Всем огромный привет! Снимаю заключительную серию про мои ароматы. Сегодня я покажу все, что у меня есть от компании Unitop. Это российская компания, она очень бюджетная. И все, что они мне присылали, либо у меня есть подарки тоже, ну, произведены этой компанией, мне очень-очень понравились. Сейчас это не реклама, я показываю то, что у меня есть в личной коллекции. Поэтому постараюсь показывать немножко быстро. Есть у меня три матрешки. Это коллекция Russian Present. Это вообще настолько классные ароматы. Мне они нравятся тем, что они, во-первых, дорого выглядят, красиво звучат, недешево. И при этом являются классным подарком. Я сначала думала, может быть, мне... Ну, что-то я... Хочу поставить, они у меня не стоят. Сейчас я вам покажу и немножечко их опишу. Первый аромат. Так, где он у меня? Вот он. Это фиолетовый. Magic называется. Вот единственное, что крышки очень зеркалят, поэтому я буду так немножко от себя отворачивать. Очень красивый аромат. Вы знаете, мне он понравился больше всех. Тут очень красиво звучат цветы. И этот аромат очень стойкий и держится очень хорошо на коже. Второй аромат, это уже такой голубенький. Правда, у него была крышка серебряная. Сейчас я поменяю это. У меня ребенок тут поменял. Вот так он смотрится. Это аромат свежий. Он такой немножечко тяжеловатый на первый взгляд. Он подошел бы, мне кажется, даже мужской половине. Но при этом... Он красиво раскрывается, и мне очень нравятся его последние ноты. Он очень красиво начинает играть. И третий аромат от Russian Present. Вот такая красная матрешка. Это уже взрыв сладости, терпкости, такой томности какой-то. Вот это, мне кажется, и вечерний подходит аромат. И подходит этот аромат на выход куда-то. Но это для любителей... ярких, сладких и таких тягучих ароматов. Вот такая вот коллекция. Пользуюсь ими только на улицу под настроение. Следующий, который я хочу показать, это Sugar Baby. Это туалетные водички. Первые были парфюмированные. Я же слово забыла. Парфюмерные. Вот такой вот красивый дизайн. Кексики. Чем они хороши? Это настолько сладкие, домашние, приятные ароматы и при этом достаточно стойкие. 2-3 часа они держатся хорошо. Этот аромат, я могу зачитать уже нотки, потому что на коробочке они есть. Входит нероли, лимон, малина. Нота сердца, жасмин, апельсин, гордения. И базовая пачули, шоколад, мед. Настолько красиво переплетаются вот эти вот... Вот сам аромат выглядит вот так, в форме кексика. Настолько красиво переплетаются все ноты, что от начала до конца он звучит очень красиво. Он дарит хорошее настроение. И вообще вот эти вот кексики, я их полюбила. Если честно, в моей коллекции они самые лучшие. Еще одно. Один вариант Sugar Baby. Это Yummy, да? Верхние ноты апельсин, персик, карамель, ноты сердца, жасмин, фиалка, роза и базовая нота сандал, мускус, ваниль. Также очень красиво звучат, и несмотря на то, что это туалетная водичка, я слышу, как он потихонечку раскрывается, и ваниль не сразу звучит, она не опережает все ноты. Она действительно идет в конце. Достаточно тоже стойкий аромат. И приятный. Вот такой вот красивый кексик. Сама упаковка очень аппетитно даже выглядит, вот сам флакон. И я хочу сказать, что вот отдать должное компании Unitop, разработка флаконов на высоте. У меня даже рука не поднялась выкинуть коробки. Это единственные коробки у меня в доме. И еще один Sugar Baby Cherry. Здесь идут верхние ноты цитрус и вишня, ноты сердца, экзотические фрукты и базовая нота амбра, мускус, сандал. Вот этот аромат, именно этот кексик,
я бы поставила из трех, наверное, на третье место, но если бы он у меня был в единственном экземпляре, он не хуже других. Он тоже сладкий, классный, это вот вкусный кекс. Вот такая вот красота. Так, следующие парфюмы. Нет, это тоже туалетные водички. Я вам которые покажу. Это из линейки «Коктейль». У них вообще линейки богатые. Если Sugar Baby в трех экземплярах, Russian Present в трех экземплярах, то вот в этой линейке, я не знаю точно, но ароматов 10 есть. Названия идут знаменитых водичек. Входят в них ароматы коктейлей знаменитых. И очень красиво звучат. Эти ароматы самые нестойкие из всех, что у меня есть. Но их обновлять одно удовольствие. Давайте прочитаю. Тут тоже вот чем хорошо на коробочке все написано. Верхние ноты. Глициния, листья лимона. Ноты сердца. Пион, мускус, зелень, сирень, цветы, персика. И базовая нота. Османтус, амбра, чай. Да, чай и кедр. Вот такое интересное звучание. Цвет коробочки сверху соответствует... Так, где? Вот. Соответствует названию флакона. Маргарита. Коктейль Маргарита. Вот такая красота. Следующий коктейль, который я вам покажу, это Дайкири. Вот так вот смотрится симпатично. Упаковка. Ну, тоже туалетная вода. Верхняя нота лимон-лайм. Нота сердца. Зеленое яблоко, пион, конфеты пралине. И база мускус кедр. Очень мне вот этот вот нравится коктейль. Ну, он красиво звучит. Мне вот прямо вау, как впечатляет. Маргарита нравится. И на втором месте именно этот коктейль. Так, вот он. Выглядит вот так, розовенький. Видно, у меня так оба хорошо за месяц убыли. Потому что очень понравились. На третье место... Я бы поставила коктейль «Императрицу». То есть я вам показываю, как они мне нравятся. «Императрица» идет верхние ноты. Малина, личи, белая фрезия. Ноты сердца, пион, ландыш, лилия, жасмин. И базовая нота «Пачули, мускус». Вот так смотрится коробочка. Знаете, у меня вчера сестра пришла, нанесла ее на себя и говорит, так слушай, «Императрицей» пахнет-то. То есть отображает... Настоящий аромат императрицы. Единственное, нестойкий. Вот так вот смотрится флакон. Очень приятный аромат. Ну, их можно назвать все компотиками, кроме последнего. Я вам его сейчас покажу. Это коктейль «Кровавая Мэри». Задняя сторона у всех ароматов тоже красивая. Ну, не у ароматов, у коробочек, упаковок. Верхние ноты. Апельсин, бергамот, кассия, черная смородина. Нота сердца. Абрикос, жасмин, ландыш, лилия, роза. И базовая нота. Амбра, бобы, тонго, ваниль, кедр, мускус. Немножко меня напрягает в начале эта водичка. Зато концовка у нее очень красиво звучит. Ну как, она не то что напрягает, я бы этот аромат, как вот я уже когда делала обзор на них, сказала, это аромат вечера, это аромат двоих. Вот его называют такой, знаете, аромат любви. Вот да, и флакон такой страстный, и аромат такой яркий, и чем он хорош, вот его нестойкость, она хороша. Вы им не задушите своего напарника, и при этом ваш муж... останется довольный, потому что он будет легко-легко на вас звучать и вот как бы так очень красиво дополнять ваш образ именно вечером. Нравится этот аромат очень моему мужу. Его всех лучше использовать именно вечером. И последние ароматы, которые я вам покажу, это был подарок. Мне подарила одна девочка-блогер, с которой я дружу, Наташенька. Натуля, если смотришь, огромный тебе привет. И хочу показать. Это флюиды. Это уже духи. К сожалению, я уже избавилась на данный момент от упаковки и не смогу описать название, ну, ноты. Это флюид
ночной, наверное. Он... Так, сейчас я немножко обновлю. Вот то, что они духи, надо ждать, когда раскроются, и держатся они достаточно долго. Вот этот вот, да, это вечерний такой аромат. Он долго держится на коже, ну, несколько часов. И он, наверное, самый... Нет, один из более тяжелых. Второй. Давайте я вот так покажу название. Вы сами прочитаете. Вот этот аромат, это... Сейчас. Это свежесть, это прохлада. Именно он несет прохладу. Прямо свежесть, прохладу. И вот этот аромат, мне кажется... И на мужчине бы звучал красиво. То есть это вот какой-то деловой женщины, быстрый, шустрый такой. Вот я его вижу вот в такой вот, знаете, деловая женщина в движении. Вот этот аромат. Вот этими двумя я пользовалась редко. Может быть, еще не пришло время, потому что вот сейчас начинается зима, они будут хорошо зимой. Этот аромат, давайте я также покажу название вам. Такое, не буду я по-русски врать, это аромат ландыш. Этот ландыш, он красиво раскрывался летом, но я им пользовалась не часто, потому что у меня еще были ландыши, и они перехватывали. Но этот ландыш тоже имеет место быть, он мне нравится, и я им буду тоже с удовольствием пользоваться. То, что это духи, это только плюс. Удобно и в сумочку взять, и они не подведут, долго держатся на коже и хорошо раскрываются. Хочу отметить их бюджетность. Это очень-очень бюджетная линейка. Маленькие флаконы вообще очень недорогие. А то, что побольше, ну реально цена вас обрадует, если вы найдете. Это масс-маркет. Можно найти и на сайте Unitop, я могу ссылку оставить внизу под роликом. И этот парфюм идет и в магазине Ашан, в Магнит Косметик можно найти. Вот в таких вот больших сетевых магазинах. Так, давайте еще один флюид покажу. Вот за лето, видите, этот у меня шел, потому что он свежий. Тут есть цитрусы. Да, и он очень-очень красиво именно в жару раскрывался. С удовольствием его носила. Он мне нравится. Тут вот апельсин, что-то такое вот. А вот в этом Golden. Вот этот я прочитаю Golden. А вот тут, по-моему, очень ярко звучит лимон. Да, очень красиво, нежный. Вот он у меня самый нежный. Вот он и оранжевый, но вот этот самый нежный. И... Летом с огромным удовольствием я им пользовалась. Вот такая у меня большая получается, как бы, да, линейка от Unitop. Много ароматов, ну, много они присылали на обзор, и вот оказался еще и подарок, который создавала эта компания. Все. Все мои серии, все мои части о моей парфюмерии подошли к концу. Надеюсь, вам со мной было интересно. Теперь не скоро я буду показывать обновленные коллекции. Сейчас мы с вами уже попрощаемся. И встретимся уже в следующем ролике. Всем пока, до новых встреч!